мене для вас добрі новини є. We brought a ми подарунки привезли. Бурні аплодисменти переходящого вас. The ones I want to give something like this right now to some unbelieving men. Щось подібне я хотів би подарувати невіруючим чоловікам. If you have an unbelieving man who is already leading a Bible study. Якщо у вас вже є невіруючі чоловіки, які проводять вивчення Біблії, ведуть вивчення Біблії, як ми зараз робимо. With his wife. Коли він це проводить разом зі своєю дружиною, з друзями, можливо. Okay. Or maybe he's just a new believer. А може він просто новонавернений? He was born again in November. Народився згори у листопаді місяці. Ви з ним проходили біблійні уроки. And he is already sharing a Bible lesson with other people. І він вже цими біблійними уроками з іншими людьми ділиться. If you have any of these people, would you stand and stay standing so we can see, please? Є такі люди, станьте, щоб ми вас побачили. Люди, невіруючі люди або новонавернені, які вже ведуть біблійні уроки. Stay standing. Станьте, постійте. Stay standing. They are. Do they have a man that is newly born again? Чи є у вас такий чоловік, який новонавернений? Or a man who is not yet born again, або ще already doing some не народився згори, але все одно вже проводить біблійні уроки своїй дружині, своїй сім'ї. Тобто не ви проводите, а цей чоловік. Чи то новонавернений, мужчина новонавернений, чи то невіруючий. Прийшов, покаявся, відкрив своє серце для Бога і почав проводити біблійські заняття зі своєю жіною. А жена у нього лежача, не встає, боліє, 80 років має. Вона почала вже читати Біблію. Окей, praise God. Слава Богу. Would you give this man a cup of tea? Передайте йому чашечку. Вам російську чи українську кашу? Російську. Російську? У меня Владимир, когда-то мужчина мира. На сегодняшний день он проводит со своей семьей, ну, ежедневно читает Писание. И мы буквально вот перед отъездом встречались на занятии на основе христианской жизни. Он говорит, пошли к родственникам на день рождения, как обычно это бывает. Он говорит, я все родные собрались, родня там, как обычно, всегда выпивка, гуляние. Он говорит, я пришел, я говорю, так, говорит, все, встаем, молимся. В общем, отныне мы так будем делать, так будем поступать. И ну, для меня это было хорошим свидетельством, тогда, когда человек был полный ноль, а теперь он уже смело так идет вперед. Действует. И он ищет сейчас мужчину мира. У него задача найти мужчину мира, с которым он будет встречаться, для того, чтобы регулярно проводить. Братья, вообще Бог подарил трем мужчинам это Рождество покаяние, но двое из них вот женаты. Одного зовут Саша, другого Петр. Саша, мы давно с ним занимались, у него жена верующая, но он никогда с ней не занимался. Теперь как бы пока он уверовал, сейчас мы с ним занимались. И он сейчас дома занимается со своей верующей женой, но уже как глава семьи, который покаялся и теперь ведет свою семью. А второй, Петр, он пришел, он живет с девушкой, они еще не расписаны, но хотят расписываться. И он начал буквально ее заставлять, что ли, читать с ним Библию. На этой почве у них даже на Рождество конфликт. Она ушла от него одно время, потому что он так сильно хотел, чтобы они читали, но потом вернулась. Вот, и я говорю, ну ты же не заставляй ее насильно, поэтому мы молимся, чтобы она сейчас тоже читала с ним Библию, поэтому вот Саша и Женя, молитесь. Еще один брат. Друзья, есть брат, его зовут, знаете, он 8 месяцев назад покаялся, и сейчас вместе с женой тоже читают слово, есть пятеро деток. Тоже занимают слово, знаете, и, как брат сказал, ищет с кем поделиться. Он ищет с кем поделиться этим спасением, хочет рассказать за Христа, то, что Христос сделал в его жизни. Слава Богу, и
я рад, что сегодня, знаете, Бог посылает, общин посылает, только Павел, будьте внимательны, да, внимательны к тем людям, которые сегодня нуждаются во Христе. И есть такие люди в моей жизни, слава Богу. Я бы не сказал, что тот мужчина, которого мне Бог послал, что он является ведущим библейные уроки, но суть в чем заключается? В октябре месяце мне Бог его послал, я его насильно затолкал в машину и привез на беседу к Фрэнку. Фрэнк Так, есть такой миссионер, который приезжает на Болтавскую область очень часто. Сейчас он, может, по всей Украине ездит. Но Фрэнк объяснил ему ситуацию с его неверием, с его падением. Парню 42 года, он понял, что ему нужно что-то в жизни менять. И он во время беседы с Фрэнком, он покаялся. Покаялся, после этого он перешел в мою власть. Зовут его Серега. И Серега это говорит, я категорически отказываюсь читать что-либо или когда-либо. Вы меня не заставите, я всю жизнь свою не любил читать. В школе учился только на двойке, говорит, я этим горжусь. Но вот одна особенность у него есть. Он к нему в дом, он живет сам. Они такие отпетые алкоголики. И в селе он влиятельная личность, человек 50 мужчин, причем в возрасте от 60, кончая там 17-18-летними парнями, они к нему приходят в дом, перед входом они разуваются, заходят к нему в дом. У него в той комнате, где он живет, нет даже нигде паутинки, вот такой аккуратный. Он очень влиятельный. И вот Бог мне его послал, и я с ним 3 месяца вот это вот и молитвы, и посты, и все что угодно возился. И на данный момент он 31 декабря мне пообещал, что он 5 раз Евангелие от Иоанна прочитает. За время, вот за эти 3 месяца, каждое абсолютное воскресенье мы с ним встречаемся вечером. И все то, что я ему рассказал, он точно так, в точности повторил еще, по крайней мере, 20 или 25 своим друзьям. Все дословно повторил. Они ему сначала сказали, Серега, ты с ума сошел, тебе там что-то навернули баптисты. А он им говорит, его любимая фраза, слушай, я тебе не водку предлагаю. Я тебе предлагаю что-то плохое, что ли? Послушай, что я тебе говорю. Я тебе говорю о Боге. Что он тебе плохое сделал? Ну, те соглашаются и говорят, надо слушать. И на Новый год 14 человек в общей сложности сказали, мы хотим поменять свою жизнь. Вот его собственное влияние, он не библейскую группу проводит, а просто передает разговор между мной и им, вот своим друзьям. Все, больше ничего. Всі брати, хто ділилися свідоцтвами, станьте, будь ласка, чашки свої отак підійміть, будемо молитися за вас. Всі п'ятеро. Чашки всі. Будемо молитися за них, за їх чоловіків. Батько наш Небесний, дякуємо тобі за потужні свідоцтва. Господь, ти робиш свою справу такими шляхами, які нормальному середньому баптистові 20 років тому просто в голову б не вклалися. Боже, дякуємо тобі, що ти не вкладаєшся в наші стандарти, в наші коробочки, в наші очікування, в шаблони, що ми собі понабудовували. Дякую, Господь, за цих братів, які вірно, Господи, несуть звістку про тебе. Дякую за цих чоловіків, про яких вони розказали. Використай їх, Господь, і далі. І ще більш потужно, Господи, для досягнення багатьох людей, багатьох сімей благовістям у нашій Україні. Благослови, Господь, цих братів, благослови плід їхнього служіння. Нехай прославиться Твоє святе ім'я, Бог Отець наш, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Алелуя. Окей.
I'm going to ask Roman Vitrakovsky if he will come up and share a little. Зараз попросимо Романа Вичаковського вийти сюди і поділитися трішечки. How many of you have memorized the prayer in the Gospel of Matthew? The prayer that we have at the end. Хто з вас завчив на пам'ять молитву з Євангелії від Марка? We have a prayer there about how to be born again. Є молитва про народження згори. Хто її завчив на пам'ять? Nobody yet. Ніхто. Okay. Роман is going to tell us. Роман зараз нам розкаже. About helping men to be born again. Про те, як допомогти чоловікам народитися згори. Dear brothers. Любі брати. There is a huge problem in our churches. В наших церквах є величезна проблема. People repent of their sin. У нас people каються в своїх гріхах. They are baptized. Їх хрестять. They become members. Стають вони членами церкви. But they are not born again. Тільки не народилися згори. Why? А чого? Because a man comes. А тому що чоловік виходить. From the Orthodox Church. З православної церкви. Або з католицької церкви. And all he knows is to repent of his sin. Що він знає, це покаятися в своїх гріхах. But that does not make you a born again believer. Але це ж не робить тебе віруючим, народженим згори. Everywhere in the New Testament, if you want to be born again, в Новому Заповіті, якщо ти хочеш народитися згори, it's not repent of your sin. Це не означає покаятися в своїх гріхах. It's take Jesus Christ. Це означає прийняти Ісуса Христа. You need a new leader. Тобі треба новий лідер. You need God instead of the devil. Тобі треба Бог замість диявола. The problem in our churches is this. Проблема наших церков в цьому. We have many weak believers. Що у нас many дуже weak багато слабих віруючих. Why? Тілесних віруючих. Чого? Because here is the pastor. Ось пастор. And a man comes and he says, what do you want? Приходить чоловік. Пастор питає, що ти хочеш? I want to repent. Покаятися хочу. Pastor says, okay, go ahead. Пастор, ну давай. And what does he doesn't know how to repent. Ну, а той не знає, як каятися. He says, God, I drank too much tea yesterday. I'm sorry. Каже, Боже, я вчора чаю перепив. Мені шкода. He doesn't know how to repent. Він не знає, як каятися треба. And even if he says, I'm sorry for my sin. Та навіть якщо він не знає, мені шкода. In the Catholic Church, in the Orthodox Church, у православній церкві, next Sunday you need to repent of your sin again. Наступної неділі ти знову каєшся в своїх гріхах. Your whole life, every Sunday, you need to repent of your sin. Кожної неділі ти каєшся в своїх гріхах. He does not know how to pray to have Jesus Christ become his leader. Як помолитися так, щоб Ісус Христос став його лідером. He does not know how to pray to be washed in the blood. Він не знає, як помолитися, щоб омитися кров'ю Ісуса. He does not know how to pray to have a place in heaven. Як помолитися так, щоб у нього місце в небесах стало. We need to help these people. Нам треба цим людям допомогти, навчити їх молитися. We need to teach them how to pray. Нам треба навчити, як молитися. And without that, а без цього, they're not going to be born again. Не будуть люди народжуватися. They repent of their sin. Вони будуть каятися в гріхах. But they don't take Jesus Christ as their savior. Тільки вони Ісуса Христа як спасителя не приймуть. Roman is going to explain that to us. І Роман нам зараз це пояснить. Братья, миру вам, приветствую всех, и так же, как и вы, я переживаю и молюсь Богу о спасении. Момент. Я хочу сказать. Прошло Рождество, 2016, Бог дал Роман 3 или 4 мужчины, которые каялся. И этот Рождество, пару дня назад, опять 3 мужчины пришли Роман и спрашивали, я хочу каяться, я хочу быть верующим. Братья. Бог использует Роман. Он знает, что он делает. И он помогает людям, как имеет право на молитву. Извините. Братья, просто вчера мы разговаривали с Авраамом об этой проблеме покаяния. Я рассказывал, как вышли братья каяться, ну, мужчины, когда там в церкви у нас была. И, может быть, это кому-то поможет. На самом деле, братья, мы не только переживаем, чтобы они признались в своих грехах, но чтобы они помолились о рождении свыше. И что я заметил? Я тоже заметил, что каждое служение, когда мы проводим, например, меня беспокоит, сколько людей неверующих в зале есть.
И я принимаю это решение каждый раз, когда заканчивается собрание. Не знаю, как у кого традиция есть, но мы завели уже традицию все равно приглашать к покаянию. Неважно, есть кто-то, нету в собрании, мы приглашаем. Потому что много раз было так, что я смотрю, вроде бы я никого нового не увидел. И еще и время поджимает. Я думаю, не буду сегодня, сразу к объявлениям перейдем. Но Дух Святой не дает покоя, и все равно что-то говорю, и надо же, в этот момент выходит кто-то каяться. Поэтому я для себя принял решение никогда не завершать богослужение без призыва. Пусть это будет минимум, но призыв грешнику о том, что Бог его любит. Помните эту идею, да, с блудным сыном, когда отец его ждал распростертыми объятиями. Он не просто там сидел в офисе, там, да, и ждал, пока тот по ступенькам поднимется. У нас, кстати, тоже такие в церкви ступеньки, братья знают. И для меня это стало давно уже практикой, когда идет человек на покаяние, я выхожу к нему навстречу, братья. Ну, до меня так, может быть, не делали, но я выхожу, потому что для меня важно, чтобы этот человек не просто понимал, что он тут должен смириться перед кем-то там, опозориться в своих грехах. Второе, братья, я привык, и это мне помогает отождествить себя с этим человеком. Он выходит, он не знает, что тут делать вообще. И я становлюсь на колени и говорю, если ты не против, пред Богом на колени давай встанем. И ему легче тогда становиться. Я не просто стою там над ним, как Авраам показал, ну давай молись. Я прежде всего, я первый падаю на колени, чтобы он видел этот пример, что не стыдно перед всей толпой стать на колени пред Богом. И тогда ему легче уже становиться, раз пастор становится, надо так делать. Второй момент, это... Братья, писать нотиц, что он сказал, надо писать. Ну, я записываю. Заметки рубите. Ну, первое, братья, это выйти навстречу человеку, что важно. Второе, стать на колени вместе с ним, да, если это позволяет ваша практика. Третье, вот то, о чем Авраам говорит, очень часто люди выходят, и они просто, ну, там один исповедовался, сколько он вчера выпил литров самогона, сколько он коньяка там выпил, и все, вот в этом вся его молитва, да. И моя цель не просто послушать, как он исповедуется, а помочь ему помолиться именно словами, обратиться ко Христу, чтобы он его изменил. То есть цель, чтобы он покаялся в грехах, чтобы он попросил новую жизнь. И бывают те, которые знают, что надо говорить, уже люди как бы осведомленные, они правильно молятся, просят прощения, и мне остается только аминь сказать, помолиться с ним. Но бывает, я чувствую, человек так и не понял, зачем он вышел, он просто там перечисляет свои грехи и даже не просил Иисуса изменить его жизнь. То тогда я, естественно, с ним разговариваю и говорю, ты хотел бы действительно, чтобы Бог тебя простил, ты признаешь себя грешником, да? И он говорит, да, ты можешь об этом сказать? Да, могу. Ты хочешь, чтобы жизнь изменилась? Да, скажи об этом. И он как может, там, Бог, я прошу тебя, измени мою жизнь, да, я грешник, там, да? Иногда спрашивают, мне все перечислять? Я говорю, нет, не надо все перечислять, просто факт. И я понимаю, что этот человек просто не умеет, но хочет. Поэтому я помогаю помолиться молитвой именно о возрождении. Не просто прости меня, Боже, что я выпил самогона там или жену побил. Чтобы он обратился ко Христу. И, наверное, завершающий этап, ну понятно, после этого мы обычно молимся, благодарим Бога за спасение, но потом важный момент, что делать с ним дальше, это всегда проблема, да, мы обычно что, поем песню, там, ликуйте ангелы, там, и все, садитесь дальше, брат, вы спасены. Я стал применять такую практику, я в одной церкви это увидел, братья, меня это коснулось, после того, как человек покаялся, я обращаюсь в зал и спрашиваю, кто будет другом этому человеку, кто поможет ему и подойдет познакомиться. Я хочу увидеть этих людей. И знаете, однажды была такая ситуация, которая разрывала мое сердце. У нас 400 членов примерно в зале сидит. И вышло, по-моему, 3 или 4 человека на покаяние. Были мужчины, были женщины. И я взял на свою голову, предложил эту идею. Кто будет другом этим людям, кто подойдет их, поприветствует, станет им духовным отцом или матерью. Вроде бы, что сложно. В ответ в зале была полная тишина. Стоят эти 4 покаявшихся, 400 человек верующих, никто не поднял руку. Впереди сидела девушка, которая готовится к крещению только. Она поднимает руку, говорит, можно я попробую, вы мне помогите, что надо делать? Ну, мне было стыдно, братья, за нас.
И стыдно перед этими людьми, которые стояли на сцене и смотрели в свою новую семью, как их тут ждут. И после этого, ну, все подходили, извинялись. Ну, видите ли, нас никто об этом не просил раньше, мы не знали. Я говорю, друзья, ну, давайте с этого момента. И с этого момента я начал практиковать каждый раз спрашивать, кто будет там духовным отцом или там матерью, женщина или мужчина. Смотрю, люди уже начали поднимать руку. То есть я знаю, что после того, как человек сядет, к нему точно кто-то подойдет. В конце концов, я ему говорю всегда, неважно, кто там поднимет, я говорю, слушай, подойди или подойдите, если эта женщина, ко мне после. Мы поговорим, как дальше вам духовно расти. И моя задача потом с ним поговорить, где он живет, там, какую группу его как же включить, да, с кем познакомить, взять телефон. Поэтому, ну, наверное, вот это вещи, которые важны в процессе покаяния. Ну, спасибо, братья, пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Спасибо. I hope that you wrote some of these things down. Ну, я сподіваюся, записали. You need to learn about 10 phrases. Вам треба звучити для себе фрази, це 10. About accepting Jesus Christ as Savior. Стосовно прийняття Ісуса Христа як Спасителя. I'm going to give you a special assignment. Я вам поставлю особливу задачу. And in February I'm going to see who really loves Abraham Bible. І от в лютому місяці я подивлюся, а хто ж справді любить Авраама Байбл. You come to a book and you say, "Oh, Abraham, Abraham, Abraham. In February, I'm going to ask who memorized the prayer in the Gospel of Mark. А хто молитву з Євангелія від Марка? If you really love me, Володя. Володя, якщо ви мене реально любите. All right. If you really love me. Якщо ви мене реально любите. That's what Jesus says, right? Це те, що Ісус каже, так? If you love me, obey my commandments. Дотримайтеся моїх постанов. Nobody needs to pray that prayer exactly. Ніхто не повинен в точності молитися цією молитвою. But you need to know that prayer. Ви повинні знати цю молитву. You need to help men допомогти чоловікам. To embrace Jesus Christ as Lord. Вхопити Ісуса Христа як Господа. Most, listen to this. Послухайте сюди. Most people that are born again all over the world. Людей по всьому світові, які народжуються згори, don't repent of their sin. Не каються в своїх гріхах. You all of you know one man. Ви всі знаєте одного who became a very good, strong believer. Який став дуже сильним віруючим. An example. Гарним віруючим. Прикладом. He did not repent of his sin. Але він не каявся в своєму гріху. He took Jesus Christ as his Savior. Він прийняв Ісуса Христа як Спасителя. Then of course later on. Ну, звичайно, пізніше. A week later or a month later. Через тиждень чи через місяць схопився за голову. Who am I? Хто я такий? Хто я? But you need to change the attitude. Але вам треба поміняти ставлення. The most important is Jesus Christ. Найбільш the devil wants to show you the most important is sin. No. Диявол хоче показати, що найбільш важливим є гріх. Це не так. Remember the story of Philip and the Ethiopian eunuch? Пам'ятаєте історію Філіпа і ефіопського євнуха? He was the eunuch was reading in Isaiah. Евнух читав Ісаю. And then it says. А потім нам сказано. Beginning from this verse. Починаючи з цього вірша. Philip. Started preaching about hell and sin and ugliness. Почав проповідувати пекло, гріх, гидоту. Нет. He started preaching about Jesus Christ. Почав проповідувати про Ісуса Христа. Read the story about Peter and Cornelius. Прочитайте історію Петра та Корнілія. Peter preached about Jesus Christ, not about sin. Про Ісуса Христа, не про гріх. The devil wants sin to be important and Jesus Christ not to be important. Диявол хоче, щоб гріх був важливий, а Ісус Христос не важливий. The Philippian jailer, he asked Paul. Філіппійський охоронець в'язниці. What do I need to do? Так, Павло, що мені робити? And what did Paul say? Що Павло йому сказав? Oh, you're going to hell. You're ugly. You better repent of your sin. Ти гидота така, тобі каятися в гріхах треба.
You all know the verse. Ви всі знаєте цей вірш. Paul says. Павло каже. Believe on the Lord Jesus Christ. Віруй в Господа Ісуса Христа. And your wife and family also will be saved. І твоя дружина, сім'я твоя теж будуть спасені. That's what we need to learn to do, brothers. Ось чому нам треба навчитися, брати. The devil has stolen that from us. Диявол це в нас украв. We have an orthodox culture where people know about sin. У нас православна культура, де люди знають за гріх. But they don't know about being born again. Але вони не знають за народження згори.